получилось, что моя мама балерина, папа пел в опере, и мне очень обидно, что в наше время оперу, это великое искусство, перестали слушать. Изо всех машин несется. О, боже, какой мужчина! Но, к сожалению, я ни разу не слышал, чтобы хотя бы из одной машины раздавалось «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» А все почему? Потому что, ну, вот «Хочу я тебя, сына» — это понятно всем, а паяц, он что, паяет? И вот я решил, что, может быть, сделать оперу, которая будет понятна всем. Ну, вот что нужно для создания оперы? Оркестр. Хор. Ну и, конечно же, сюжет, который был бы понятен всем. Ну вот, мы все ездим на шашлыки. Давайте создадим оперу «Шашлыки». Снова туда, где море клещей, снова туда с толпою друзей. Ночь покрывала с кровати содрав, поляну накроем в лесу среди трав. Ложки звенят, детишки орут, и муравьи в чашках чая плывут. Целых три дня я мясо мариновал. Публика ждет, ставь скорее мангал. Мучились три часа, наконец собрали без одной ноги, ну потому что потеряли. Начинают разжигать, а огонь не горит, потому что дрова, как всегда, сырые. Не горит опять. Ну как тут не сказать? Молчи, здесь женщины. Стойте, мужчины. Плесну я бензина. Не волну. Сейчас я плесну. А, псих, дурак. Да я псих, я дурак. Так что же? Пусть у всех закоптились рожи, зато будет в мангале так много углей, хоть остались мы без бровей. Мангал запылал, и тут со всей нежностью своего девичьего сердца запела Машенька. Наливай, вся душа истомилась, хоре уже мучит всех, видишь, трубы горят. Мы так умаялись за неделю рабочую, давайте ж среди берез мы в дрова превратимся. Слышатся голоса! Паранали, 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 паранали. А где бутылки? А Петрович отвечает. Наши красавицы в речке купаются, в чистой водице они охлаждаются. Через минуту я их достану, я их достану. А где же они? Ай-ай, ой-ой. А где же они? Ага, где же они? Все
выражают свое огорчение в физической форме. За что, за что, о боже мой, за что, за что, о боже мой, за что, за что, о боже мой, за что, за что, убери топор! За то, за то, ищи давай, за то, за что, ищи давай, за то, за что, ищи давай, попробуй не найти. И тут пошел дождь, и раздался клич. Вставайте, люди русские, на смертный бой сырой водой. Раскройте куртки русские, угли накроем мы собой. И тут Петрович натыкается совершенно случайно ногой на сетку с бутылками в реке. Я нашел, будет сейчас всем нам хорошо. Час икс настал. Поляна накрыта, пластиковые стопки на пеньке. Ну, за друзей и за детей мне не пошла. Соком запей! Эй, тамбал, руки убрал! Сам тамбал, что ты сказал? Я не поняла, что за дела, что за дела, что за дела. Ну, получай, сам получай, всем вам хана. Эх, драка веселая, драка задорная, драка душевная, драка народная, драка бутылочная, помидорная, драка командная, 8-6, тра-да-да-дыс, тра-да-да-бась, тра-да-да-дыш, тра-да-да-бась. Драка шашлычная, драка природная, драка командная, как она есть. Вот так гулял целый день на натуре весь аппарат управления культуры. За чей же счет был тот банкет? Да как всегда, платил бюджет. На самом деле, вы, конечно же, понимаете, что опера это фантазия, вот эта опера «Шашлыки». А настоящая опера это великая музыка. И великая музыка должна выражать великие чувства. А великое чувство у нас одно. Это любовь. Аль-Альба Винчеро, Винчеро, Винчеро.